Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1489. Откровение 1.17. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти». За 9 января 2020 года. Вот обращение. Ищем помощи, старости, что кто-то помог приобрести комбайн. Во славу Божию. Но пока никого нет таких. И вот о них 4 ролика посмотреть. И где не успеваете, курсором остановить, и можно просчитать будет. Что Бог никогда нет, что не может ненавидеть. Я вот привожу места, где говорится: «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Вот просто привыкли, это от монахов набрались. Бог никого не наказывает. Бог говорит: «Ненавижу. Я ненавижу». Вот Иеремия 44:4. Нет, все. Он говорится о том, что Бог ненавидит зло, и творящих это зло. Прямо пишет Кремль: «Исава возненавидел». Ну куда деть-то, эти слова же написаны. Он не родился, никакие дела еще не сделаны. «Ты сильно возненавидел народ твой». 3 Езра 5.30. Всевышний ненавидит грешников. Это переписка, которая в содружество входит иногда, и вот это там остается для памяти. Это в события дня, потому что отвечаем, встречаемся с людьми по скайпу.
Считаете, это хорошо объясняется, что делается в церкви. Все это не евангельское, но раз мы такие есть, то надо бы знать.
Ну, какие события в нем? Сижу один здесь. Прогуляться надо. Пошел один квартал вокруг, обошел, где музей искусства, литературы, истории, культуры Алтая. Там бывший краевой суд, где меня судили. Для воспоминания. В какие ворота меня заводили. Обошел домой. Ну, вот тут так. Начинаю тут с голубями кормить. А тут у них еще вертлячка началась. Не успеваешь теребить. Ну и вот и все. Все события.